Здравствуй, мам Валь. Лиза, солнышко, ты можешь приехать? А можно завтра, а то скоро мои придут, да и торт заказной нужно доделать. Это очень важно. Это касается твоей мамы. Скоро приеду. Белозубов меня опять за косички дергал. Я ему сказала, что ты ему покажешь, где раки зимуют. Правда ведь? А еще мы сегодня вазочки из папье-маше делали. Пап, ты чего отстаешь? Так вазочка же для мамы, вот. Красиво? Нормально. Только пока это большой секрет. Я ее разукрашу, а потом подарю маме. Пошли быстрее, мать дома ждет. Галина, ты что ли? Серега! Застава в ружье! Пусть забирает, оно не мое! Павлуха. Это же сколько мы с тобой не виделись? Да лет 100, наверное. Ну, надо бы нашу встречу отметить. Все, решили. Павлуха! Здравствуй, мама. Здравствуй, Лисочка. Ты уж прости, что выдернула тебя из дома. У меня завтра утром в Грану, а дело, как я сказала, очень срочное. Ничего. Я очень рада тебя видеть. Все хотела забежать, но... Не оправдывайся. Я понимаю, семья, работа, планы на будущее. Детдом — это все-таки прошлое. Вот. Это пришло для тебя сегодня утром. Воронина Тео. Это кто? Это твоя мама. Ну, во всяком случае, она так написала записки ко мне, и в твоем личном деле это тоже есть. Здравствуй, дочка. На этом снимке я и твой отец. Он бросил меня, когда узнал, что я беременна. Я хотела сделать аборт, но врачи не рекомендовали. Поэтому родила и оставила тебя в детдоме. Можно назвать 100 причин, почему я это сделала. Но ни одна не станет оправданием. Замуж я так и не вышла. Детей у меня больше не было. Я очень больна и скоро умру. Прощения не прошу. Не имею права. Зачем пишу? Твой отец, Виктор Михайлович Лазовский, очень обеспеченный человек. Может, он захочет тебе помочь в жизни? Прощай. Таня, наши отношения были ошибкой. Я слишком молод, чтобы становиться отцом. Но главное, я не люблю тебя. Не пиши и не звони мне больше. Эти деньги на аборт, их должно хватить, я узнавал. Прощай. И прошло и 25 лет, как она меня нашла, да? Ну, это не так сложно. Учитывая, что в нашей области не так много детских домов при желании. При желании? Ну что ж, если она больна, я навещу ее, конечно. Она умерла. С вчера онкология. Я звонила в больницу. Письмо слишком долго шло. Похороны состоятся завтра, и если ты захочешь. Нет. Послушай, Лизок, давай мы узнаем, кто твой отец. Кто он такой, Виктор Михайлович Лазовский? Чем он занимается? Где он сейчас? Мне все равно. Сам заманил? Моя Лизка готовит обалденно. А выходит, нам самим закуску придется организовывать. А это тебе чем не закуска? Сейчас чай с тортом организуемый. Торт трогать нельзя. Его мама на юбилей кому-то делала за деньги. Ну-ка, не командуй. Быстро марш отсюда, в комнату. Вот так. Давай. Закусывай.
А ну, брысь! Между первой и второй перерывчик никакой. Давай. О, это Лизка. Калинин Павел Николаевич. Да, я. Мы к вам. Задолго. Ну, смотри. Лазовский Виктор Михайлович, глава компании «Лазовский», занимается разработкой гранитных карьеров. Женат. Детей вроде бы нет. Есть только младший брат Виталий. Мама, Валь. Мне это совершенно неинтересно. Мне там Паша с Василисой голодный. Я ужин не успела приготовить. Заказчица за тортом должна заехать. Вам еще много осталось выплачивать за разбитый грузовик? Ой, если бы за грузовик. Водитель того Мерса, в который Паша врезался, через суд такие деньги вытребовал, что, мне кажется, мы всю жизнь будем ему выплачивать. Послушай, Лизок, мне кажется, что твой отец явно бы мог помочь решить вашу проблему. Нет. Мама, Валь. Вот телефон. Телефон его офиса. Нет, это отец. Ни его деньги мне не нужны. Сами как-нибудь. Пока, мама. Увидимся. До свидания, Лизок. Мужики, ну я же сказал, завтра-послезавтра. Павел Николаевич, завтра-послезавтра нам не надо. Нам надо вчера-позавчера. Так что давай, собирай вещи, доставай чемоданы. Друг, ну будь человеком, а? О, сочувствующим. А, помоги другу. Слушай, давай договоримся. Супруга Павла Николаевича. А что здесь происходит? Мамочка! Мамочка! Эти дядьки забирают мою вещь! Паш, ты полицию вызывал? Не надо. Я мы сами как полиция. Служба 911. Помогаем собирать вещи, чтобы быстрее было. А? Детка, иди в свою комнату поиграй. Я же говорю, все законно. Ваш муж взял кредит под залог этой квартиры. Зачем ты это сделала? Значит, так нужно было. Граждане, давайте вы эти сцены будете устраивать попозже. Сейчас надо освобождать помещение. Все сроки по выплатам уже давно прошли. Что значит прошли? Суд состоялся 10 дней назад. Значит, у нас на выплаты ущерба еще полгода. Паш, ты чего молчишь, а? А выплаты ущерба тут ни при чем. Вы читайте внимательно. Ваш муж 2 месяца назад взял кредит на покупку грузовика. Паша, ты же сказал, что устроился водителем в чужую машину. А этот грузовик ты, оказывается, купил? Да, купил. Надоело мне на этих упырей работать. Хотел сам на себя. Дело верное, я все просчитал. Паша, да ты же полную машину оргтехники вез. Нам теперь за это платить придется. Ты же хозяин. Ты что наделал, а? Откуда я знал, что меня этот Мерс подрежет? Короче, я пойду. Давай. Значит так. Я свою комнату, выделенную мне из детского дома, продала и все эти деньги в эту квартиру вложила. Значит, это наша общая собственность. И без моего согласия вы не имеете права брать ее в залог. По документам ответственный квартиросъемщик Павел Калинин. Он согласился с условиями кредитного договора, подпись, и взял деньги, подпись. Теперь их пора отдавать. Вы можете, конечно, подать в суд на мужа. Не советую. Все равно проиграете. Упыри, они и есть упыри. Да где ж нам такие деньги-то брать? Откуда мне знать?
возьмите. Перезаймите кого-то вон. Или суду в банке возьмите. То есть вы все-таки можете отсрочить выплаты, да? Ну, если вы оплатите хотя бы вот эти проценты, то можем дать вам недели две. Но потом все. Либо квартира, либо деньги. Все верно. До свидания. До свидания. У тебя будет сюрприз. Да? Какой? Это пока секрет. Интересно. Да, Анна Петровна. Здравствуйте. Торт почти готов. Мам! Ам! Папа с дядей Серым торт испортили. Что? Стрит-флэш. Я бы на вашем месте не торопился. Да, я Флэш Рояль. Ай-яй-яй-яй-яй. Как мне стыдно мусорить, а? Только не бейте, Бронислав Аркадьевич. Ну что ты, Виталик, тебя пока бить никто не будет. А ведь следовало бы, а? Ну, следовало. Ты ведь плохой мальчик, невоспитанный, да? Разве тебя не учили, что долги надо возвращать? Но если бы я сейчас выиграл... 2 недели. В смысле? Если через 2 недели ты долг не вернешь, в следующий раз мы увидимся на похоронах. На твоих, конечно. И не советую тебе убегать. Из-под земли достану. Витальич, ну ты ведь знаешь, что карточный долг – это святое. Правда? Ну? Мусор убери. Да я почти 2 суток не спала, его готовила. Заказчицу подвела, деньги потеряла. Да я же из кожи вон лезу, чтобы с твоими долгами рассчитаться. Каждую копейку считаю. Видать, не каждую, раз так легко этим уродам процент отвалила. Как тебе не стыдно? Я же эти деньги понемногу собирала, чтобы Василису к морю свозить. А ты? А что я? Я, между прочим, ради тебя старался и Василисы. Бизнес решил организовать. Грузоперевозки. Если бы не этот мэрс проклятый, мы бы сейчас хватит, вместе... Хватит все время сваливать свою вину на других. Ты же
Ты же ни на одной работе и больше 2 месяцев не задержался. И всегда кто-то другой виноват. Рот закрой! Бизнесом он решил заняться. Да какой же ты бизнесмен? Ты же сначала делаешь, потом думаешь. Дура! Василек, ты чё? Ну я же не виноват, ну ты чё? Вот опять он не виноват. Всё портишь, к чему прикасаешься, как самый настоящий неудачник. Понимаешь, день дёжи. Баба, конечно, не виновата. Но мне очень обидно. Я целую неделю клеила это папье-маше. Папье-маше, Василёчек, не плачу. Мы завтра обязательно починим твою вазочку. Хорошо? Раскрасим. Обязательно. Я тебя люблю, мамочка. Я тебя. Ты не против, если я посплю с тобой сегодня? Очень даже не против. Эти дядьки, которые сегодня приходили, не заберут моего тентюшу. С чего это? Ну, если они заберут наш дом, то и зайца моего могут прихватить заодно. Нет. Никто ничего у нас не заберет. Никто. Я знаю, где найти деньги. Привет, братишка. Ну и как поживает твоя компания? Но если ты вдруг надумал поработать, то должность руководителя отдела по связям с общественностью еще свободна. Ну, тем более, что я обещал отцу. Я тебе 100 раз говорил, мне это неинтересно. Тем более, я никогда не жил и жить не собираюсь по указке отца. То есть об уважении к памяти отца речь не идет? Ну, почему? Я его уважаю. На 20%. Ровно на 20%. То, что мне было оставлено по завещанию. Тебе же досталось все остальное. Вот и уважай его в 4 раза больше. А где твои 20%? Подскажешь? Да. Знаю. Растратил, прогулял. Но я горячо раскаиваюсь и искренне прошу меня простить. Ладно, хватит поясничать. Давай по существу. А то у меня совещание сейчас. Есть по существу. Деньги закончились, босс. От слова совсем... Стартап провалился. Наверное, придется идти на панель. О! Пиши расписку. Очередную. Виктор Михайлович, да, к вам Елизавета Калинина по личному вопросу. Я говорила девушке, что к вам нужно записываться заранее. Да, спасибо, я сам разберусь. Пока, братишка. Пойдемте. Вот, пересаживайтесь. Но я ничего не знал. Неправда. Вы знали. Вы бросили беременную женщину. И денег на борт подкинули. Это не я писал. Вот, смотрите. Вот. Это другой почерк. Вот, и я об этом. Можно я сфотографирую записку или письмо? Конечно. Я очень любил Таню. Я просто с ума по ней сходил. Она была на 7 лет меня старше, но это не имело никакого значения. Я и собирался на ней жениться. Но потом я получил от нее похожее письмо. Она сказала, что она замужем,
и что наши отношения были приятным развлечением, пока ее муж находился в длительной командировке. Она попросила не трогать ее и не мешать ей жить. Вы после этого виделись? Нет. Когда я получил письмо, она уже уехала в неизвестном направлении. Я действительно ничего не знал о ребенке. То есть о вас. Я понимаю. Вы меня простите, я это возьму. Знаете, ну я очень рад, что вы появились. Мне просто нужно привыкнуть к мысли, что у меня есть дочь. Конечно. Вы меня простите, я тороплюсь, дочку нужно из садика забрать. Так, у меня еще и внучка есть. Ее зовут Василиса. Ей 5. До свидания. Я рада, что ты передумала. Как встретил тебя отец? Нормально, даже хорошо. Он совсем не похож на подлеца, бросившего беременную женщину. А записку, как оказалось, вообще не он писал. Я почерки сравнила. Ну, сейчас это не важно. Главное, скажи, он поможет тебе рассчитаться с долгами? Я не смогла с ним поговорить на эту тему. Шла именно с этой целью попросить денег в долг. Но так и не смогла. Ну что ж ты, девочка, ну... Кто тебе поможет, если не он? Я не знаю, мам, Валя. Ну, до свидания. До свидания, Лизок. Поторопила. Ты же голодный, наверное? Ничего страшного. Я сначала кое-что проверю. А? Что такое? Я люблю тебя. Я тебя люблю. Очень. Ужин уже готов. Пойдем. Потом, Рит. Присядь, пожалуйста. Мне нужно с тобой поговорить. Мам! Мам! Это с кем? Это не я. Это моя мама. Ой, так это моя бабушка? Когда мы к ней в гости поедем? Ее уже нет, малыш. Помнишь, я тебе рассказывала, что жила в детском доме? Ку-ку! Пойдем. Ой, куда это мы разбегаемся? Что, уже не нравлюсь? Ты отвратителен. Да? А когда я тебя... 7 лет назад из твоего клоповника забирал. Ты мне так не говорила. Пап, не кричи на маму. Солнышко, иди в свою комнату, я сейчас приду. Во-первых, в детском доме была идеальная чистота, потому что мы за этим следили. Во-вторых, если бы не моя комната в коммуналке, этой бы квартиры у нас не было. И в-третьих, прекращай пить. Ты превращаешься в убожество.
Я смотрю, ты вошел во вкус. Но больше ты меня не ударишь. Ну и потом мама поступила по классике. Мне написала одно письмо, а Татьяне второе. Она сама написала? Да нет, я хорошо знаю ее почерк. Она попросила кого-то помочь. Почему ты уверен, что мама имеет к этому отношение? Потому что она мне постоянно говорила о том, что Татьяна мне не пара, что Таня только хочет влезть в нашу богатую семью. Ну и потом листы из одного ежедневника. Мама любила такие блокноты. Ведь ты ее любишь, да? Эту Таню, ты думаешь о ней? Рит, ты что? Ну, Таня была моей первой любовью, первой женщиной. Ну, а стала разочарованием и болью. Мне будто выжгло все изнутри. Я ни во что, никому не верил, пока не встретил тебя. Просто эта девушка, ну, Лиза, она моя дочь. Да, я понимаю, я-то все-таки не смогла тебе подарить этой радости. Рита, мы с тобой об этом уже много раз говорили, и я очень счастлив с тобой. Ты уверен, что она твоя дочь? Ну, и фотографии, и письма, они настоящие. Ну, она может быть и мошенница. Алло. Да, и мне очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Да, всего хорошего. Кто звонил? Директор детского дома, в котором воспитывалась Лиза. Сказала, что у Лизы большие финансовые проблемы. Ой, Вить, мне просто кажется, что этой девушке нужны твои деньги, а не отцовская любовь. Она ничего не говорила о деньгах. И вообще, я думаю, что она не такой человек. Мне кажется, я должен помочь своей дочери. А мне кажется, нужно провести тест ДНК. Хорошая идея. Только как это сделать? Сказать Лизе: доченька, я хочу проверить, обманываешь ты меня или нет? Да, можно и так, а можно просто пригласить ее к нам в гости на чай, взять чашку, из которой она пила, и этого будет более чем достаточно для теста. Вот. Это дом? Да, это дом. Вот. Мам, пошли быстрее. Красивый. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы извините, что я с дочкой приехала. У нас в садике карантин. В общем, не с кем было ее оставить. Вы позвонили, сказали, что срочно дело. Это что, музей? А кто-то забыл поздороваться. Ой, здрасте, Виктор Михайлович и Маргарита. Винни. Мам, я забыла. Вениаминовна. Вениаминовна, ну можно просто Рита. А тебя как зовут? Василиса. Да, ты Василиса прекрасная. Да. А почему ты решила, что здесь музей? А я была в музее с мамой. Там тоже красиво. И висят картины, как у вас. Все ты знаешь. Мама мои рисунки тоже на стену вешает. А еще на холодильник. А мне ты нарисуешь рисунок? Я тоже повешу на холодильник, как и мама. Запросто. Только для этого нужны карандаши и бумага. Ну, я думаю, что найдутся. Нам нужно поискать. Пойдем? А мама с Виктором Михайловичем как раз делами займутся. Да? Хорошо. Пойдем. Пойдем, Лиза, в кабинет. Карандаши. Сюда. И где же у нас есть карандаши? Прошу. Вот это письмо, которое я получил от Тани, вашей мамы.
26 лет тому назад. Странно. Здесь совсем другой почерк. Это не она писала. Хотя листок из того же блокнота. Я даже не сомневаюсь, что за всем этим стояла моя мама. Но ее уже не спросишь. Она 9 лет назад как умерла. Соболезную. Ну а как вы жили эти 25 лет? По-разному. После 9 класса я поступила в кулинарное училище. Вот теперь я повар в ведомственной столовой. Там же я познакомилась с Пашей. Это мой муж. Он приходил обедать. Я совсем не знала реальной жизни. Мне хотелось семейного тепла. Паша показался добрым, надежным. Через месяц мы поженились. Что-то не так? Нет. Все хорошо. Ну, тогда пойдемте пить чай. Да. Ну что ж, ваше предложение действительно очень заманчиво. И что вы скажете? Решения такого рода сходу не принимаются. Дайте пару дней, Бронислав Аркадьевич. Конечно, Виктор Михайлович. Буду с нетерпением ждать вашего звонка. Да. До свидания. Всего хорошего. Ну, что скажете, Андрей? Уж очень мягко стерен господин Спицын. Ну да, да. Слушайте, соберите ко мне информацию по этому господину Спицыну. Все. Понял, это все? Нет, у меня к вам личная просьба. Тут такое дело. У меня в юности был пылкий роман, в результате которого, как оказалось, у меня появилась дочь. Да я и понятия не имел. Это точно ваша дочь, вы уверены? 99% по результату теста на отцовство. Я прошу вас заняться оформлением всех необходимых документов по официальному признанию Лизы моей дочерью. Хорошо, сделаю. Да, еще. Мы с Витой решили, ну, до завершения всей этой процедуры, никому ничего не рассказывать. Эта новость особенно может не понравиться вашему брату. Ничего, ей живет. Но и это еще не все. Нужно прояснить ситуацию с одним мутным кредитом на имя Павла Николаевича Калинина. А где вы это взяли? А я это сама приготовила. Не стоило. В доме и так полно сладостей. Ну, какая красотища. Балуешь ты нас, Лиза. Мы с Ритой скоро в двери не войдем. Да ладно. Вам это точно не грозит. Так, ты до сих пор выкаешь? Вон, Василиса Прекрасна давно уже перешла на ты. Как-то я еще не привыкла. Еще не поняла, что у меня есть отец. И Рита. Такие удивительные люди. Вот открою свою кондитерскую, будете ко мне завтракать приходить. Ты что, мечтаешь о кондитерской? Угу. Еще с училища. Даже знаю, какая она будет. Небольшая, очень уютная. Рано или поздно я это точно сделаю. Вот увидите. Увидишь. Ну что, будет тебе кондитерская? Я совсем не это имела в виду. Нет-нет. Ты давай увольняйся из своей столовой, ну и потихоньку подыскивай место под кондитерскую. Да, и еще. А когда мы будем знакомиться с зятем? Это сложно. Паша работает посменно, потом отдыхает. В общем, тяжелая работа. Да. Да, не умеешь ты врать.
Лиза, это прекрасно. Я все о вас знаю. Ну, или, по крайней мере, почти все. Квартиру у вас никто не отберет. Я уже выплатил за нее деньги. Нет, можно было бы побороться с этой мутной кредитной компанией в суде. Но за ней стоят реальные бандиты. Я не хочу, чтобы вам с Василисой угрожала хотя бы малейшая опасность. А по поводу аварии, я думаю, что Павел должен сам рассчитаться. И еще. Во время нашей прошлой встречи мы с Витой заметили на твоем лице синяк. Откуда он? Может, разводись? Или ты до сих пор любишь его? Нет. Ну и хорошо. Значит, разводом займется мой адвокат. Просто это неправильно, разводиться. У Паши много проблем. Получается, я его бросаю в беде. Идеалистка ты. Павел, он взрослый мальчик. Пусть научится отвечать за свои поступки. Мы сделаем так. Мы оставляем вашу квартиру ему полностью. Пусть сам разбирается со своей жизнью. Ну, а вы будете жить здесь. Ура! 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 Мы будем здесь! А что это за баловство? Это Витя и Рита подарили. Спасибо. Так что давай, езжай за документами и, ну, и вещами. А мы с Василисой будем тебя ждать здесь. Ну и пока подготовим комнату. Так сразу и... Мам, ты, главное, Тинтюшку не забудь. Я хочу его покатать на велике. Поехали. Поехали. Хорошо. Аккуратно. Да, и вот что. С тобой поедет Кирилл, это мой начальник охраны. Ну, чтобы там не было никаких проблем. Возьми самые необходимые вещи, лишнее не бери. А все нужные мы тебе купим. У вас начинается новая жизнь. У нас у всех начинается новая жизнь. Спасибо. Да не за что. Происходит. Куда это ты собралась? Васька где? Паш, я ухожу. Василиса будет жить со мной. Ты никуда ты не уходишь. Паша. Я сказал, ты никуда не уходишь. Паша. Остынь, парень! О, здрасте. Здрасте. Ах ты ж дрянь. Мало того, что Ваську против меня настроила, так ты еще и хахаля сюда притащила. Паша, успокойся! Паша! Угомонись, чучело! Я оставлю Лизу в покое. Понял? Ух ты! Ну что, девчонки, вам нравится? Очень даже нравится. А через месяц-полтора расцветут гиацинты, и комната таким прекрасным ароматом наполнится. Я просто обожаю эти цветы. Рита сама разводит. Даже вывела один новый сорт. Да. Рит. Папа. Спасибо. Я еще знаю, что хочу тебе предложить? Давай завтра рванем по магазину. Заодно еще в салон красоты зайдем. Давай, мы ведем красоту с тобой. Да? Все будет хорошо. Правда. Спасибо. Пожалуйста.
Спасибо, Андрей. Теперь Лиза и по документам моя дочь. Елизавета Викторовна. Собираюсь представить ее всем в день рождения Риты. Да, кстати, мы вас с Леной тоже ждем. Спасибо. Ну, что там у нас по Спицыну? Есть какие-то подводные течения? Водоворот, причем криминальный. Господину Спицыну нужен легальный бизнес с безупречной репутацией, ну, чтобы подписывать нужные контракты, а параллельно отмывать грязные деньги. Да. Я что-то такое предполагал. Попрошу секретаря позвонить и передать отказ от его заманчивого предложения. Да-да. Здравствуйте. Ты звал меня? Да, Лиз, познакомься, это Андрей Владимирович Кузовлев, наш адвокат. Он будет заниматься твоим разводом, ну и вообще представлять твои интересы. Очень приятно. Пойдемте, Лиза. Не будем мешать вашему отцу. Хорошо. Не мешать отцу. Слушаю. Нет, ну надо же. Это с какого перепугу она разводиться решила? У нас проблемы. Она что, в кусты? Ваши общие проблемы решены. Как указано в документе, кредит на грузовой фургон погашен. А с остальными косяками справляйтесь сами. Нет, ну, спасибо, конечно. Но так не пойдет. Я должен поговорить со своей женой. Где она? Куда дочку спрятала? Я не уполномочен обсуждать с вами этот вопрос. Значит так. Развод я не дам. До тех пор, пока Лиску не увижу, ничего не подпишу. Это ваше право. Но я советую вам подумать. Советует он. Советчик грёбаный. Водя, слушай, выручай. Мне нужно проследить вон за той машиной. Ну и следи, а я тут при чем? Да ты пойми, Лиска от меня сбежала и дочку с собой забрала. Там в машине хахали ее. Я хочу знать, где Васютка. Давай. Ку-ку!
Барышня, я извиняюсь. Думала, самая умная, да? Думала, не найду. Уходи, Паша. Нам не о чем разговаривать. Как это не о чем? Ты вообще-то моя жена. Развод я тебе не дал и не дам. Так и передай своим адвокатам. Или кто там они у тебя? Я пытаюсь понять, но не могу. Как? Как я могла выйти за тебя замуж? Это я понять не могу, как я на тебе женился. Из-за тебя вся моя жизнь коту под хвост. Сам знаешь, что это не так. Опять выпил. Я понимаю, что с тобой сейчас бесполезно разговаривать, но я просто прошу, оставь нас с Василиской в покое. А почему это я должен оставлять свою дочь? Ну, потому что такой отец, как ты сегодня, ей не нужен. А это не тебе решать. Привыкла жить в детдомах. Хочешь дочку без отца оставить? Или тоже ее сдашь в детдом, чтобы не мешала тебе, а? Мы не договорили еще. Сейчас я с тобой договорю. Андрей, уведите Лизу. Василиса уже дома. Ну что, недоразумение. Ты слушай меня внимательно. Ты больше никогда не подойдешь к Лизе. Ясно? Иначе твой кредит, который ты взял у бандитов, опять всплывет. Ты понял меня? Да понял я, понял. Я пошел отсюда! Андрей Владимирович, а кто это аплодировал? Вы его знаете? Да. Это Виталий, младший брат вашего отца. То есть мой дядя? Да. Но только он пока об этом знать не должен. Почему? Это решение вашего отца, и я не обсуждаю его решение. Со временем вы сами во всем разберетесь, а пока просто послушайте моего совета. Держитесь подальше от Виталия Лазовского. Очень странно. Здесь нет ничего странного. Виктор Михайлович представит вас как свою дочь только тогда, когда будут оформлены абсолютно все документы. В силу взбалмошности Виталия, ваш отец пытается застраховать себя от неприятных сюрпризов с его стороны. Надеюсь, вы понимаете, что стали потенциальной наследницей приличного состояния. Если честно, меня это мало интересует. Гораздо важнее, что мы с дочкой оказались в доме, где нас любят, и она заботится. Ну, что это за бои без правил здесь проходили? Да так, нужно было одного наглеца на место поставить. У тебя это неплохо вышло. А что за красотку повел в дом наш адвокат? Подружка? А как же жена? Ай-яй-яй. У тебя только один вариант на уме. Не та Лиза, а дальняя родственница Риты. Она поживет несколько месяцев с ребенком у нас, пока развод с мужем не оформит. А, так это ее муж тут скандалил? Да. Подожди меня в кабинете, я сейчас подойду. Хорошо. Подожду. Витин брат приехал, Виталий. Да, Андрей Владимирович посоветовал мне держаться от него подальше. Да, правильно посоветовал. Потому что более наглого человека я в жизни не встречала, вообще терпеть его не могу. Я тут подумал, девочки, а не поехать ли вам к теплому морю? Ух ты! Мам, это ты дяде Витя про нашу мечту рассказал? Ура! На море! На море! На море! На море! На море! Ура! Да ладно. Жаль, что ты с нами не едешь. Да, жалко. Но мы с Витей никогда не расстаемся, поэтому в следующий раз уже все вместе поедем. Здрасте. А мы через 100 дней едем на море. Здорово. Я вас поздравляю. Спасибо. А вы кто? А я его брат. Так вы, получается... Замечательно получается. А теперь дай нам с дядей Виталиком поговорить, хорошо? Хорошо. Пока, дядя Виталий. Пока, девочка. Я вообще-то Василиса. Не слабые подарки ты делаешь дальней родне Риты. А ты что хотел?
обещанное мне место. Еще вакантно. О, интересно. Ты что, надумал? Надумал. Ты же сам говорил, хватит валять дурака. Ну что, молодец. Вот в понедельник можешь выходить. Здорово. Да, кстати, ты не забыл, послезавтра у Риты день рождения. Явка обязательно. Я готовлю всем сюрприз. Обязательно приду. Проблемы? Нет, нет. Извини, у меня дела, надо идти. Здрасте, Бронислав Аркадьевич. Вы написали, что... 2 недели прошло, где деньги? Я найду деньги, я обещаю. Просто понимаете, это такая большая сумма, так быстро не найдешь. Я договорился с братом, буду заниматься бизнесом. Какая работа? Какой бизнес? Ты о чем? Деньги нужны сейчас, сегодня. Иначе пеняй на себя. Правда, боксер? Я отдам деньги. Честно, Бронислав Аркадьевич, послезавтра у жены брата день рождения, и он будет в хорошем настроении. 2 дня. 2 дня. Все. Свободен. Давай. Не мешай. Бронислав Аркадьевич, а я не совсем понимаю, для чего нам эта комедия? Почему не включить счетчик, как обычно? Младший Лазовский – это мой план «Б». Деньги этому бездельнику брат однозначно не даст. Вот. И тогда он вынужден будет уступить мне свою долю в гранитной империи. Давай, перемотай заново. Ребятушки, быстрее. Давайте, быстрее. Зина, нужно еще два стола поставить. Хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо. Виктор Михайлович, ну что же вы? Не волнуйтесь, все хорошо. Фирменный кофе. Виктор энд Маргарита. Угощайтесь. Угощайтесь. Только что придумала, да? Мамочка, аккуратно, пожалуйста. Так, вам спасибо большое. Я узнал кое-что новое о Спицыне. Я сказал, что больше не хочу услышать его имени. Да, конечно, но это очень важно. Кроме всего прочего, он владеет подпольным казино. Его крышует полиция. Так вот, туда ходит играть ваш брат. Здравствуйте всем. С именинницей. Здравствуй. Спасибо. Что? Я рад всех видеть в добром здравии. Пойдем поговорим. Пойдем поговорим. Ты что, рехнулся, что ли? Нет, это ты рехнулся, братец. Что? По подпольным казино, значит, ходим, да? Теперь понятно, на что пошло твое наследство. Мифом о несостоявшихся стартапах пришел конец. Ай, дурак. Жалел тебя. Хорошо, хоть отец теперь этого не увидит. Слушай, тебя от себя самого такого правильного не тошнит? Что, неужели ни одного косяка за всю жизнь? Слушай, мои косяки к тебе никакого отношения не имеют. Ты пойми, братишка, я одолжил очень большую сумму. Игра шла, понимаешь, у меня в руках были такие карты, что... Ладно, сейчас не важно. Короче, на мне огромный долг, и все сроки уже прошли. Я прошу тебя, Вить, пожалуйста, дай деньги. В последний раз, клянусь, я больше к картам никогда не притронусь, Вить! Нет. Я тебе сказал, больше ни копейки. Меня убить могут. Не убьют. Кредиторам деньги нужны, а не твоя жизнь. Вить, я прошу тебя, пожалуйста, в последний раз дай денег. Вот смотри, я твоими долговыми расписками могу туалет оклеить. Витя, ты мне нужен, там уже гости собираются. Да, Ритуль, сейчас идем. Давай. Мне бы стоило прямо сейчас тебя высунуть на улицу. Но не хочу жене праздник портить. А мы вот здесь, да? Да. Вдвоем. Красный.
минуточку тишины. Любимая моя Маргарита, с днем рождения, родная. Ты добрый ангел в этом доме, и поэтому драгоценности семьи Лазовских должны принадлежать тебе. Это так приятно, Вить. Это так волнительно. И еще, друзья, я хочу вам сказать потрясающую новость. Насколько я помню, мама завещала фамильный гарнитур внучке. А у вас с Ритой детей нет. И не будет. Поэтому, невестушка, ты сними эти драгоценности, положи в сейф, хорошо? Пока у меня дочка не родилась. Ну, вон из моего дома. И чтобы духу твоего здесь не было. Не твой дом, а дом наших родителей. Я тоже имею на него право. Ты свою часть дома получил деньгами. У меня в сейфе имеется расписка. Причем нотариально заверенная. Ты уже осточертел своими выходками. Так что я пускаю в ход твои долговые расписки. Встретимся в суде. Витенька, а ты об этом пожалеешь. Два дня истекают сегодня. Я надеюсь, ты не забыл? А денег нет. Взять их негде. Так что хоть режьте, Бронислав Аркадьевич, но нету денег. Ну нет. Значит так, через полчаса я тебя жду у себя в клубе. Все. Василиска заснула? Да. Как только положил голову на подушку. Не расстраивайся. Виталий вел себя омерзительно. Но, судя по всему, цены ему все присутствующие уже давно знают. А праздник получился замечательный. Все будет хорошо. Так хорошо, что вы появились в нашей жизни. Правда? Прости, что так вышло. Не нужно было звать этого мерзавца. Ну, просто хотелось сразу всем представить дочь. Но я все испортил. Да ладно, все хорошо. У нас вся жизнь впереди, будет еще множество замечательных праздников. Самое главное, что мы есть друг у друга. Угу. Да? Да. Пойдемте спать. Пойдемте спать. Пойдем. Вот, и у тебя остается единственный выход – отдать мне в счет погашения долга свою долю в компании Лазовский. Ну и аппетит у вас, Бронислав Аркадьевич. Да ну вы что, там же было бы раз в 10 больше, чем я вам должен. Что значит «было бы»? Ну, то есть значит, нет у меня больше доли. Я свои 20% деньгами взял, так что... Тогда ты бесполезен для меня, и твое предложение разрезать тебя на кусочки принимается. Зови боксера. Нет, не надо. Не надо. Ну вы что, я же пошутил. Я знаю, где взять деньги. В доме у брата в сейфе всегда хранится приличная сумма денег, тем более там фамильные драгоценности. И если вскрыть сейф, то денег с лихвой хватит на погашение долга. Но, поймите, я один не справлюсь. Мне нужна ваша помощь. Ну, допустим. Допустим, я помогу тебе решить вопрос с этим твоим сейфом. Ну, а есть какие-то идеи, как проникнуть, да? Ночью. Брат, когда возвращается, он всегда отключает сигнализацию. Спальня находится на втором этаже, а кабинет с сейфом
На первом, тем более в противоположной части дома. И звукоизоляция там отличная. А прислуга? Домработница, садовник, они приходящие. А, правда, сейчас там живет дальняя родственница с дочкой. Но они послезавтра уезжают отдыхать в Таиланд. Ключи у меня есть. Витька так и не удосужился сменить замки после смерти отца. Хорошо. Я подумаю. Нет у меня больше доли. Я свои 20%. Если вскрыть сейф, то денег с лихвой хватит на погашение долга. Скоро дедушка приедет. Нам надо ехать в аэропорт. Так, ты Тинтюшу своего будешь брать? Давай сюда. Мам, ну можно я пока посплю? Ты чего, мама? Ну-ка, иди сюда. Я виновата. Вот как я могла не заметить, что у ребенка началась пневмония? Да ну что ты, успокойся, ее просквозила на мое дне рождения. Дверь же во двор всегда была открыта. Так, мол, хватит непродуктивных покаяний. Доктор сделал все необходимые назначения. А когда следующий укол делать? Через 4,5 часа. Я приду. Нет, не нужно. Отдыхайте, я справлюсь. Хорошо, но я все равно зайду. Все будет хорошо. Вот увидите, какая-нибудь неделька, и наша принцесса поправится. Спасибо. А теперь всем спать. Да, да, да. Доброй вам ночи. Включайся же ты. Свет верни. Хорошо. Ты убил его? Нет.
его убил. Нет. Сволочь! Владислав Аркадьевич, а я здесь при чем? Но я же их не убивал. В смысле, что хочу? Вы же сами говорили, что у вас в полиции есть свои люди. Пускай они приедут и сделают все как надо. Что мне теперь делать? В смысле, отнести в спальню, положить на кровать? Зачем? Включить газ? Поджечь? Я понял. Я сделаю. Тащим тела на второй этаж. Соберешь все видео с камер наблюдения. Понял? Да, я понял. Знаешь, где стоит газовый котел? Я знаю, я покажу. Пожалуйста, мне в город очень нужно. Что случилось? Да. Муж напился, драться полез. Я ребенка схватила, выбежала в чем была. А у девочки температура. Понятно. Я на заправку на 35-й километр, потом обратно в город. Если никого не остановишь, заберу вас. А никто не останавливается. Можно мы с вами, а? Садитесь. Может, воды? У вас есть? Найдется. Женщина с ребенком. В очень тяжелом состоянии. Понял. Куда везем? К нам в районку? Нет. У женщины серьезная черепно-мозговая. Наши не справятся. Везем в Самару, в нейрохирургию, в больницу скорой помощи. Не знал, что вы такой безбашенный, Дмитрий Михайлович. Пошли против протокола. А если бы пациентка умерла во время операции, надо было все же меня дождаться. Не было времени, Игорь Константинович. Счет шел на минуты. У нее по дороге в больницу сердце остановилось. Едва запустил. Вы молодец. Филигранно провели уникальную операцию. Можно сказать, с того света больную вытащили. Кстати, Дима, этот случай может стать недостающей изюминкой вашей диссертации, при условии, что вы доведете свою подопечную до полного выздоровления. Разумеется, теперь она моя личная ответственность. Взорвался газовый котел, пока хозяева сладко спали. Следов насильственной смерти, я так понимаю, экспертиза не обнаружила? Ну, ты знаешь, оба тела сильно обгорели. Правда, на черепе одного из них есть вмятина. Но эксперт считает, что это, скорее всего, из-за падения во время взрыва балки перекрытия. А уже известны причины взрыва? Ну, скорее всего, короткое замыкание, но дом настолько выгорел, что вряд ли удастся установить истинную причину. А что говорят свидетели? Свидетелей, как всегда, нет. Домработница и садовник Лазовского ничего толком не сказали, хотя в доме жила еще некая
Лизы с ребенком. Но накануне она уехала за границу. Доброе утро, родной. Привет. Я тебя сейчас кормить буду. Это хорошо. Пойду чайник поставлю. Нет, садись. Я тебе принесла твой любимый. Судя по лицу, дежурство у тебя было то еще? Да. Между прочим, девчонки из бухгалтерии обвиняют меня в том, что ты стал похож на тень. И мне приходится объяснять им, что это не из-за меня. Ты ночью не досыпаешь, а из-за своей пациентки. Вообще-то я соскучилась. Послушай, Нося, случай действительно очень тяжелый. Угу. Она по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Я могу оставить ее одну без присмотра. Меня, значит, можешь, да? Доброе утро. А где я могу найти Дмитрия Колесникова? Здравствуйте, это я. Следователь Коренев. Я расследую обстоятельства аварии. Скажите, как самочувствие пострадавшей в ДТП? Она в реанимации в коме. К сожалению, утешительных прогнозов дать не могу. Вы установили ее личность? Надо бы хотя бы медицинскую карту заполнить. К сожалению, документов женщины мы не нашли. Родственникам и друзьям погибшего водителя ни она, ни ребенок неизвестны. Да ты не волнуйся, я с коллекторами все решил, полюбовно, все нормально. А жена твоя, думаешь, мне обрадуется? Нет больше Лиски. В смысле? Да ушла от меня, и дочку забрала. Завела себе какого-то кобеля? Похоже на то, шмотки дорогие купила, прическа не подойди. А Пашка все, Пашка уже по боку ей, все. Ну тут одной будет мало тогда. Игорь Константинович, я не очень доволен результатом, если честно. Состояние пациентки стабильно, но никакого намека на улучшение. Так 3 дня всего прошло. Стабильность в ее случае – это уже чудо. Я вот о чем хотел с вами поговорить. Принято окончательное решение о создании кафедры нейрохирургии при медицинском факультете в Ягеллонском университете в Кракове. И возглавить ее предложили мне. Поздравляю. Спасибо. А я, в свою очередь, хотел взять с собой вас. Будете руководить экспериментальным отделением, будете внедрять свои наработки и расширять их. Благодарю за доверие, Игорь Константинович. Вот и хорошо. Представляешь, Гайдук зовет Диму с собой в Польшу. Ого. Ну, я всегда знала, что Колесников у нас долго не задержится. А с тобой-то как? Ну, ты входишь в его польские планы? Ясно. Говорила, приручу его, за нефиг делать. Так, подожди. Во-первых, это будет далеко не завтра. Во-вторых, ты бы лучше посоветовала, что делать, потому что я уже не знаю, как. И так, и эдак. Курицу заботливую изображаю, и пирожки ему в клюве ношу. На, Димочка, поешь. А Димочка, спасибо, молодец. И все. Никаких намеков на совместную жизнь. Ну, есть один проверенный способ. Забеременеть. Люда, замечательный способ. Я не поняла, а Колесников что, против детей? Я не знаю, я не узнавала. Ну, я точно знаю, что я против. А. По крайней мере, пока. Ну, тогда решай сама. Дима, ты почему еще не готов? Собирайся быстрее. Куда? Как куда? Мы с тобой утром сегодня обсуждали у нас годовщину отношений, и я заказала столик в ресторане. Слушай, ну, сегодня не получится. Давай в другой раз. Когда? Через год? Дима? Демочка хорошая, ну, всех же не вылечишь, правда? У моей пациентки нормализовалось давление. И улучшились показатели сердечной деятельности. Она может в любой момент очнуться. А сегодня так просто. Я должен быть рядом. Как меня достала твоя пациентка, Дима? Никак не могу дозвониться Лизе. Абонент вне зоны. Наверное, отключила из-за дорогого роуминга. Помочь? Да, вперед. Не знаю.
Может, это и хорошо. Чем позже Лиза узнает о смерти отца, тем лучше для нее и для Василиски. Я пусть и криминальная, но все же психолог, и считаю, что ни к чему ей были бы все эти печальные хлопоты, похороны, поминки. А куда именно уехали Лиза с дочкой? Можно ведь в гостиницу позвонить? Виктор Михайлович не говорил, а я не спрашивал. Можно выяснить у начальника диспетчерской службы аэропорта. Я же его недавно консультировала. У меня даже где-то есть его визитка. Сейчас. Отличная идея. Угу. Как там наша безымянная пациентка? Все указывает на нарушение мозговой деятельности. Есть риск полной недееспособности. Похоже. Игорь Константинович, я подумываю о нетрадиционных методах лечения. Рефлексотерапия, иглоукалывание, массаж. Да вы что? Вы еще банки пропишите пациентке в коме. Сейчас на кону ваше будущее. Если вы своей самодеятельностью загубите пациентку, не то что о Польше, о нынешнем месте работы останется только мечтать. Я надеюсь, вы меня услышали. Да, Валерий Петрович. Я поняла. Большое спасибо. Представляешь, буквально за несколько часов до вылета билеты Лизы были аннулированы. Странно. А где же она? Абонент вне зоны. Не нравится мне это. Не знаю. Знаешь, мне Лиза сразу понравилась. Она была такой открытой. Искренней. Искренней. Но тебе не кажется, что мы смотрели на Лизу глазами Виктора, одуревшего от радости, что он нашел свою дочь? Ведь в сущности, что мы не знаем? Девочка выросла в детдоме. Практически сразу вышла замуж за далеко не сказочного принца. И вдруг особняк. Достаток. Бриллианты, в конце концов. Кузовлев, ну куда тебя понесло? За картошкой следи. Горелым уже пахнет. Но даже если допустить, что Лиза причастна к смерти отца, разве стала бы она аннулировать билеты? Ведь это была идеальная возможность скрыться. Ну и главное, для чего ей все это? Официально признав ее своей дочерью, Виктор и так сделал ее наследницей. А для чего тогда рисковать, убивать? Действительно, я зачем? Я думаю, нам надо срочно заявить об исчезновении Лизы и Василисы. Андрюш, у тебя же есть номер этого следователя. Как его? Валько? Да. Но мы пока не будем делать этого. Хорошо, что я не сказал в полиции, что Лиза дочь Виктора. Я не поняла. Если у меня возникли сомнения, то следователь сразу же ухватится за эту выгодную версию. Я уж не говорю про Виталия. Ну, тогда что же нам делать? Ждать, пока Лиза сама объявится? Искать. И для начала я поеду к мужу Лизы. Может, он что-то знает. Ну что ж, я согласна попробовать. Мне самой очень интересен результат. Это что за самодеятельность, Дмитрий Михайлович? Я же запретил всякие эксперименты. Перед вами живой человек, а не подопытный кролик. Я не понимаю вашего возмущения, Игорь Константинович. Иглоукалывание, рефлексотерапия и массаж – это давно известные, широко используемые методы лечения. Да, но не к пациентам, находящимся в коме. Я читал в одном немецком журнале. Да, мы с вами сейчас не в Германии. И даже не в Польше, господин Колесников. Я не могу смотреть на то, как молодая женщина превращается в овощ на моих глазах. Что я потом ее дочери скажу? Это все эмоции. А нам нужен рациональный подход и протокольные методы лечения. А что, если после вашего лечения состояние пациентки необратимо ухудшится? Кому отвечать придется? Естественно, мне, как заведующим отделением. Простите, но у нас тут не санаторий для работников искусства. Надеюсь, вы меня поняли. Мне в Кракове нужны дисциплинированные сотрудники.
Я так понимаю, курс рефлексотерапии закончен, даже не начавшись? Ничего подобного. Жду вас завтра, 10 утра. Ну, ваш зав. Отделение. Зав. Отделение завтра утром. Читает лекцию в университете. В конце концов, это моя пациентка. Я несу за нее ответственность. И все риски беру на себя. Здравствуй, малышка. Как ты себя чувствуешь? Тебя с мамой? Привет. Она ничего этого не ест. Угасает ребенок, несмотря на то, что практически пневмонию побороли. Сломанные ребра ее как будто бы сейчас не беспокоят. Молчит по-прежнему? Ни слова. Ее осматривал отоларинголог. У девочки все хорошо со слухом. И, похоже, до этого она говорила. Это шоковое состояние. Как сейчас с этим бороться, непонятно. Ей необходима материнская любовь и забота. Забота. Да. Ее маме это бы тоже не помешало. Павел, о, на ловца и зверь бежит. В общем, я тут подумал, развод я дам, только нужно будет заплатить. Скажите, когда вы в последний раз видели вашу жену и дочь? Когда и тебя. Возле дома папашки. А что, Лизка и от вас сбежала? Дом, в котором проживали ваша жена и дочь, сгорел. Хозяева погибли, а Василиса и Лиза пропали. Как пропали? Зоя, Кузовлева позови. Думаю, всем понятно, зачем я вас сегодня собрал. Ждать полгода, пока я официально вступлю в право наследования, смысла нет. Надо удержать компанию. Поэтому я, как единственный наследник брата... Добрый день! Господин адвокат, а вы уволены. Моя компания в ваших услугах больше не нуждается. До свидания. После смерти Виктора Михайловича я представляю интересы его наследницы. А значит, будущие владелицы бизнеса Лазовских — Елизаветы Калининой, дочери Виктора Михайловича. Соответствующие бумаги, подтверждающие это, имеются. Себя, ради дочери. Я думаю, наша подопечная давно бы уже пришла в себя, если бы знала, какой мужчина борется за нее. К тому же рискуя карьерой. Вы бы видели потухшие безжизненные глаза ее дочери. Малышка жить не хочет без мамы. К черту карьеру, если это поможет увидеть улыбку на лице девочки. Станислав Аркадьевич, здрасте. У нас проблемы. Оказывается, у моего брата покойного есть прямая наследница. Небрачная дочь. Та самая Лиза Калинина. Так что я опять оказался ни с чем. Но-но. Во-первых, сбавь обороты. А во-вторых, где она? В Таиланде. В море купается. Ты с ней говорил? Нет. Все время вне зоны доступа. Я пытался найти через отель, но у меня ничего не получилось. Ничего. Мы ее найдем. Нам лишние наследники не нужны. Все. Будь здоров. До свидания. Получается, она. Состояние пациентки стабилизируется. Если так пойдет дальше, ее можно будет переводить в общую палату. Спасибо. Это ваша заслуга, Дмитрий. Вы рискнули и победили. Ну, а я только немножко помогла. Ничего себе немножко. Благодаря вашим волшебным иголкам наша спящая красавица приходит в себя.
Поздравляю, Дмитрий Михайлович. Поздравляю. Я горжусь таким учеником. Ну, за непослушание вам следовало бы уши надрать. За смелость и профессионализм хвалю. Я прав, Анна Олеговна? Почему вы мне не сказали, что получили международную премию за свою методику? Ай-яй-яй-яй-яй. Почему же мы так часто ссоримся в последнее время? Я не ссорился. Я работал. Сейчас, когда мой пациентка пошла на поправку, я могу немного выдохнуть и посмотреть вокруг. Что ж ты видишь вокруг сейчас? Красивую, обворожительную женщину. Женщине очень приятно слышать это. А в ответ она хочет замиранием сердца сказать: «Любимый, давай наконец-то решимся и будем жить вместе». Давай сейчас об этом. Почему? Мы уже год вместе. Нам хорошо. Почему мы не можем оформить наши отношения? Послушай, я же уже предупреждал тебя, что в ближайшее время не намерен меня служить. И потом, тебя раньше и так все устраивало. Теперь не устраивает. Представляешь? Я не готов сейчас это обсуждать. У меня был очень трудный день. Я поеду домой. Все было очень вкусно. Спасибо. Спокойной ночи. Проходи, проходи. Слушай, я тут недавно читала, некие супруги Лазовские сгорели во сне заживо. Представляешь? Спасибо. А наследство у них... Все брату досталось. Сюда. Кто вы? Что вы от нас хотите? Вот она.
Ну и что? Меня не интересует процесс, мне нужен результат. Нету нигде этой твоей Калинины, как сквозь землю провалилась вместе с дочкой. И похоже вообще, что она никуда не улетала. Потому что билеты на самолет были сданы тем же вечером. Ну, может быть, муж знает, где она? Я же говорил, что они разводятся. Мало ли. Ну так сходи к нему, поинтересуйся. Мои ребята сейчас тебе адрес его найдут. Кстати, полиция не в курсе, что Калинина дочь Лазовского. Все. Подождите, то есть, получается, Кузовлев не сообщил полиции о Лизе? Почему? Не знаю. Может, свою игру какую-то ведет. А может, вообще в сговоре с твоей племянницей. Ну, я не думаю. Хотя, ушло он типа, мало ли. Послушай, а давай следствию подкинем эту идею, а? Какую? Отличную идею. Пусть теперь ищут ее по подозрению в убийстве, а? Поехали! И вы не помните, что с вами произошло? Ну, как вас зовут, вы помните? А откуда вы? Это что за самоуправство? Вы понимаете, что пациентка в тяжелом состоянии? Да, но мне сказали, что пострадавшая вышла из комы, и я подумал... Неправильно, вы подумали. Оценить ситуацию может только лечащий врач. Простите. Поймите, что пациентка перенесла тяжелейшую операцию. Ее ни в коем случае нельзя волновать. К тому же последствия травмы пока неизвестны. Может случиться все. Вплоть до амнезии. Частичной или полной даже. Извините. Марина, давайте договоримся так. Посещение этой пациентки только с моего разрешения. Я поняла, простите. Как вы себя чувствуете? Дмитрий Михайлович, вы такой молодец. Вы просто вытащили ее с того света. Если бы не ваша бессонная ночь у ее постели... Марина, давайте без лишней осторожности. Простите. Где моя дочь? Что? Где моя дочка? Тихо-тихо-тихо, не волнуйтесь. С ней все хорошо, она здесь, в больнице, в детском отделении. Он категорически нельзя вставать пока. Мне к моей дочери, пожалуйста. Хорошо. Как только вы будете чувствовать себя лучше, я вас отведу к ней. Отдыхайте. Привет, малыш. У меня для тебя хорошая новость. Твоей маме стало лучше. Только что с ней разговаривал. Спрашивал на тебя. Ну, наконец-то. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. А когда мама сможет посетить девочку? Ну, это же важно. Вдруг она заговорит. Ирина Ивановна, я все прекрасно понимаю. Постараюсь как можно быстрее устроить эту встречу. Тут одежду девочки наши сестрички собрали. Практически все новое. Девочке же носить нечего. Так ведь у мамы тоже ничего нет. Как хорошо, что ты проснулась. А меня Валя зовут. А это к тебе следователь приходил? Я просто что-то про аварию слышала. Я ничего не помню. Совсем-совсем? И как зовут, не помнишь? Нет. Так это что, получается, ты память потерял? Ну, прям как в кино. Ну, ладно, отдыхай, отдыхай. Наконец-то я хоть чуть-чуть стал приходить в себя после этой ужасной трагедии и начал приводить дела брата в порядок. Скажите, я могу забрать сейф, изъятый из дома Виктора, и все его содержимое, раз дело уже закрыто? Да, конечно. Дежурный вам выдаст документы и 1000 евро. А нет. Нет, нет, что вы, там было намного больше денег. Накануне брат провел очень удачную сделку за наличные, и в
сейфе еще была шкатулка с фамильными драгоценностями, а в бархатном футляре бриллиантовое колье и серьги. Вы в этом уверены? Да, я в этом абсолютно уверен. У вас был доступ к сейфу? У меня нет, мне незачем. Но вот у дочери Виктора, скорее всего, был. У какой дочери? У Лазовских не было детей? Да, до недавнего момента не было, но за месяц до гибели у Виктора объявилась внебрачная дочь. Елизавета Калинина. Виктор погиб практически сразу после оформления всех документов о родстве. Интересный поворот. Вы хотите сказать, что смерть брата – это не был несчастный случай? Теперь все возможно. Скажите, а ну вот этот вот Кузовлев, он в курсе? Конечно, он в курсе. Это он оформлял документы. И они с Лизой очень сильно подружились. Угу. Вообще класс. Себя чувствуете? Все хорошо. Это Гиацинт. Пусть он будет календарем вашего выздоровления. Когда он расцветет, вы уже будете в полном порядке. Обещаю. А через месяц-полтора расцветут гиацинт, и комната таким прекрасным ароматом наполнится. Я просто обожаю эти цветы. Рита сама разводит. Даже вывела один новый сорт. Да. Да вы не волнуйтесь, Лев. Вы действительно скоро поправитесь. Все самое плохое уже позади. И память к вам вернется обязательно. А это вам одежда. Спасибо, мне ничего не нужно. Да? А к дочке в чем пойдете? Я пойду к дочке. Переодевайтесь, а я пока за транспортом схожу. Так получается, Лизка реально своего папашу нашла? Да. Брат мой принял ее с открытой душой. Елизавета вначале изображала любящую дочь, а потом убила, ограбила и сбежала. Да ты гонишь? Нет. Да Лизка бродячих котов и собак подкармливала, а ты говоришь, убила. Мне твоя жена изначально тоже показалась ангелом. Потом выяснилось, что этот ангел утащил бриллиантов на несколько миллионов. Я уже не говорю о паре сотен тысяч евро. Ей не нужны были отец и семья. Ей нужны были его деньги. Не знаю. Хотя, ее же полиция разыскивает. Мне следователь, который дело Лазовских ведет, рассказывал. Слушай, может, у нее крыша поехала от богатства папашного. И Васька же с ней. Вот именно. Ребенок в опасности. Если вдруг жена объявится, ты ей ничего не говори. Но договорись о встрече. Хорошо? Сразу сообщи мне. Получишь за помощь хорошие деньги. Понял, понял. Вбей мой номер. Ой. Кажется, с размерами я ошибся. Что, костюм тоже велик? Ничего страшного. Я вам очень благодарна. Как только поправлюсь, обязательно верну деньги. Разберемся. Значит так, костюм я поменяю, а у халата можно просто закатать рукава. Другого размера такого халата нет, к сожалению. А он вам очень идет. Спасибо.
Василечек. Здравствуй, моя девочка. Солнышко мое. Родной мой. Как ты без меня? Температурки нет? Она не говорит. Это последствия аварии. Но вы вспомнили, как ее зовут. Это замечательно. Какой зайчик у тебя красивый. Это твой зайчик? Тебе Дмитрий Михайлович подарил. Спасибо вам огромное за все. Да не за что. Есть за что. Так, мне пора в отделение. Через полчаса приду и отвезу вас в палату. Василечек, я пока не знаю, что нам делать дальше. Куда идти? Но я обязательно что-нибудь придумаю. Только ты поправляйся. Хорошо? Хорошо. Счастье. Да. Я не стал вам рассказывать о том, что Елизавета Калинина является дочкой Лазовского, чтобы не засорять вам голову информацией, не имеющей никакого отношения к делу. Но теперь все изменилось, понимаете. Дело из несчастного случая переквалифицировано в умышленное убийство с последующим ограблением. А подозревается в этом ваша Калинина. Это полная ерунда, поверьте. Ну почему? Мне кажется, вполне жизнеспособная версия. Хрупкая девушка с 5-летним ребенком на руках грабит и убивает. Вы серьезно? Вполне. Хорошо, смотрите. У Лазовского внезапно объявляется дочь. Буквально тут же он погибает вместе со своей женой. Содержимое сейфа исчезает, причем сейф не был вскрыт. И что? А то грабитель прекрасно знал код сейфа. Значит, это был человек, которому Лазовский доверял. Это был близкий человек. А вероятнее всего, это была дочь. Ваши выводы надуманы. Это вам так кажется. А вот брат погибшего, Виталий Лазовский, со мной вполне согласен. Вот откуда ноги растут. А вам не кажется, что он заинтересован именно в таком повороте дела? Так у него появляется шанс на наследство. Нет, не кажется. Если бы у Виталия был доступ к сейфу, он уже 300 раз мог забрать его содержимое. А это произошло именно тогда, когда в доме поселилась дочь. Понимаете? Ну, ничего, я разберусь, обещаю. А пока Елизавету Калинину я объявляю в розыск. Еще раз огромное вам спасибо. Я рад, что ваша память восстанавливается. Надеюсь, что скоро вы и свое имя вспомните. Так, теперь ложитесь, отдыхайте. Спасибо. Я заберу. Маски оставлю. Мало того, что Дима сутками проводил время с ней, забыв обо мне, так он еще и одежду ей купил. И цветочек. Жалко, не аленький. Ну, а какая она? Никакая. Тогда чего ты суетишься, а? И не наезжай на Дмитрия. Ты и так уже напортачила. Не пора ли нам оформить отношения? Да нельзя мужику такое говорить. Ему серьезная мотивация нужна для женитьбы. Люда, я пока мотивацию буду искать. Дмитрий умотает в Польшу. Мы год с ним вместе, понимаешь? У нас все хорошо и в постели, и да и вообще. Что же ему не хватает? Ну, ты сейчас меня спрашиваешь? Здесь есть кто-то еще? Кроме моей подруги? Ну, выжди ты пару дней, а? Помирись с ним, а? Потом что-то придумаем.
Следователь, естественно, ухватился за версию причастности Лизы к гибели Лазовских. А Виталий, видите ли, с ним согласен. Ну да, мы это предполагали. Я уверен, что Виктор не сообщал Лизе шифр от сейфа. Ну, не в его это правилах. Он Риту никогда не посвящал свои дела. А Виталий знал об этом. Получается, Виталий обманул этого Вальку? А зачем, как ты думаешь? Нет. Виталий не врастенник и игрок, но никак не убийца. У него ни сил, ни духу не хватит убить кого-то. Скорее всего, это подлый расчет. Он надеется, если Лису признает виновной, ее лишат права наследования, и все имущество Виктора перейдет Виталию. Не стоит его недооценивать. Кстати, ты получил ответы на запросы по больницам области? Да. Ни в больницах, ни в моргах, ни Лизы, ни Василисы, ни похожих на них нет. Придется расширить границы поиска за пределы области. Привет. Привет. Дим, ну не злись, пожалуйста. Я обещаю тебе, что я никогда больше ни на чем не буду настаивать. Я не злюсь. Правда? Правда. Я очень по тебе соскучилась. А давай поужинаем вместе. Хорошо, давай поужинаем. Что приготовить, что купить? Кстати, насчет купить. Да. Можешь помочь выбрать куртку для моей пациентки? Ей уже можно на улицу выходить, а не все. Я опять с размером ошибусь. Дим, подожди. Ты серьезно? Ты считаешь нормально меня об этом просить, да? А что не так? Да все. О твоем особом отношении к этой пациентке уже вся больница судачит. Кто судачит? О чем ты? Обо всем. О вазончике, тапочке, халатике. Да я уделяю этой девушке больше внимания, чем другим пациентам. Во-первых, я за нее отвечаю. Во-вторых, у нее сейчас нету никого рядом. Кроме ее маленькой дочери. Кто-то должен ей помочь. Вот пусть кто-то и помогает, но не ты. Давай я сам буду решать, что мне делать. А давай ты, Дима, хорошо подумаешь, стоит ли за какой-то случайной пациентки разрушать наши с тобой отношения. Ого, как подрос. Видать, с большой любовью подарен. Оля, твои намеки не имеют ничего общего с реальностью. Правда? Да я ни на что не намекаю. Боже, сохрани. У меня есть немного времени свободного. Могу проводить вас, дочери. Спасибо. Идемте. Идемте, идемте. Василис. Хотя бы пару долек. Если хочешь поскорее поправиться, тебе нужны витамины. Да. А что Дмитрий Михайлович подумает, если твое такое фруктовое богатство пропадет? Не волнуйся. Сейчас все вытрем. Вытирай. Это твои? Тебе это Дмитрий Михайлович подарил? Он хороший, да? А мне его приходится обманывать. Так получилось, Василек. Я не хочу никого посвящать в наши с тобой проблемы, пока сама не решу, что делать. Добрый день. Скажите, к вам не поступала Елизавета Калинина, 25 лет, и Василиса Калинина, 5 лет? Не поступала. Спасибо, до свидания. Не
Никита Матвеевич, приветствую, Кузовлев. Не в службу, а в дружбу. Пробей по вашей областной базе полиции, нет ли информации о Елизавете Калининой и Василисе Калининой. Хотите посмотреть город? В смысле? Присаживайтесь. Мы сейчас с вами прошвырнемся по улицам нашего города. Правда, пока виртуально. Но вдруг вы что-нибудь вспомните. Так, начнем с вокзала. Ну что? Мне кажется, я здесь никогда не была. А бульвар? Нет. Парк? А вот торговый центр, знаете? Нет. Да вы не переживайте. Авария произошла на трассе. Вы ехали в сторону Самары. Скорее всего, вы не местный жилец. О, здрасте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте. Но виртуального на сегодня достаточно. Пора совершить реальную прогулку в наш сквер. Одевайтесь. Надеюсь, на этот раз я с размером не ошибся. Одевайтесь. Я пока Василису приведу. Надо же. Какой заботливый у нас лечащий врач. Правда, не всем пациенткам везет на его внимание. С чего бы это? Как ты думаешь? Не знаю. Даже не знаю, что тебе ответить. А это волшебное дело. Люди завязывают ленты и загадывают желания. Если сильно верить, то желание обязательно сбудется. Ну что, готовы загадать желание? Mm-hmm. Давай. Оп. Оп. Держите. Давай. Просто голова закружилась. Уверена? Да. Погляди. На меня у него времени нет. Работ полно, дел по горло. А с этой пациенткой, с ребенком, и он вон резвится. Ни в чем не бывало. Слушай. Есть идея. Пойдем в кабинет поговорим. Следователь Валько, фото нормально, отправляйте ориентировки. Да, и на всякий случай дайте объявление в газеты о розыске Калининой. Угу. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Инесса, я невеста Дмитрия Колесникова. Здравствуйте. И мне очень нужно с вами поговорить. Я присяду? Конечно. Я сейчас очень рискую своими отношениями с Димой. Но мне искренне вас жаль. И вас жаль, и дочку вашу жаль. Потому что столько проблем на вас навалилось, а тут еще Дима со своими экспериментами. С какими экспериментами? Я не понимаю.
Дима сейчас проводит с вами очень много времени рабочего и нерабочего. Ему действительно очень важно, чтобы ваше состояние быстро улучшилось. Но вот если память не восстановится, вас переведут в отделение психиатрии, а дочку вашу определят в детдом. То есть как? Мне Дмитрий Михайлович ничего про это не говорил. Понимаете, Дима пишет диссертацию. А вы для него что-то вроде подопытного кролика. Что? Он на вас опробовал экспериментальную методику лечения. И его ждет стремительная карьера в Польше. Но только после того, как он свою работу, то есть вашу реабилитацию, доведет до конца. В противном случае, если функции мозга до конца не восстановятся, он очень быстро потеряет вам интерес. А с вами случится все то, что я сказала. То есть в психушку? Увы, врачи, особенно хирурги, ужасные циники. Вот я не хирург. Я старший бухгалтер, поэтому очень вам сочувствую. Я решилась на этот разговор из сострадания, из женской солидарности, если хотите. Спасибо. Я понимаю. Под чары Дмитрия очень легко попасть. Да каждая вторая пациентка в него влюбляется. Безответно. Выздоравливайте. Всего доброго. Итак, сегодня предлагаю совершить путешествие по населенным пунктам рядом с местом аварии. Нет, Дмитрий Михайлович, ничего не получится. Я хочу видеть дочь. Здрасте. А теперь объясните мне, что происходит? Почему меня вчера не пустили за игорный стол? И не пустят. Ты на какие шиши играть собирался? Снова за мой счет? Нет, уже достаточно. Ну, тогда я прекращаю с вами все дела. Серьезно? Серьезно. Я вам долг верну. Это ваши люди накосячили. Никто не просил их убивать моего брата и его жену и сжигать дом. Вот как? Да. Мои люди накосячили, это ни при чем. Я ни при чем, да. Понятно. Давай посмотрим, что у меня есть. Вот. Давай-ка мы с тобой это послушаем. Давай, давай, давай. Включи газ. Поджечь. Я понял. Я сделаю. Ты что же, сучонок, как мы с тобой договаривались, а? 50% акций компании Лазовского. Если и дальше будешь меня злить, мы пересмотрим наш с тобой договор в мою пользу. Теперь пошел вон. Жди, пока тебя не позовут. Боксер, помоги. Добрый день. Здравствуйте. Ну, как вы себя чувствуете? Все хорошо. Спасибо. Ну, это вы доктора своего благодарите. Дмитрий Михайлович! Он вас буквально с того света вытащил. А как у нас с памятью? Так же. Ну, ничего, мы вам поможем. Дмитрий Михайлович, у меня для вас и вашей подопечной прекрасная новость. С вами согласился поработать известный немецкий гипнолог профессор Клейн. Так ведь это замечательно. Да. Игорь Константинович, но ведь вы были против нетрадиционных методов лечения. Ну, истина для меня дороже амбиции. Ну, а вы что скажете, голубушка? Я так понимаю, он воздействует гипнозом, да? Угу. Тогда нет, я против. Ну, почему так категорично? Я слышала, что при воздействии гипноза может возникнуть раздвоение личности. Какие глупости. Это все выдумки тетушек у подъезда. Профессор Клейн – выдающийся специалист в области психиатрии. Поверьте, это редкая удача, что он согласен. Значит, решили в психушку меня отправить, да? Что? Игорь Константинович, извините. Добрый день. Что происходит? Да что с вами сегодня? Причем здесь психушка? Значит, надо мной эксперименты ставим, да? Диссертацию пишем. А потом, как отработанный материал, в психушку меня? Откуда у вас такие мысли? Спасибо вашей невесте, Инессе.
За правду. Какую правду? Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Это тебе. Спасибо. Ты чего без куртки вышел? Так и заболеть не должен. Что ты наговорила моей пациентке? Какая психушка? При чем тут моя диссертация? Наложила все-таки. Так, подожди. А что я не так сказала? В чем я не права? Я рассказала ей о твоих истинных намерениях. Жалко, глупышка, влюбиться еще. Я тебе уже говорил и повторю еще раз. Не смей вмешиваться в мои дела. Чего ты вообще решил, что ты можешь это делать? Знаешь, пора расставить все точки над «и». У наших отношений нет будущего. Во всяком случае, я его не вижу. Елизавета, ты что ли? Вы это мне? Тебе? Что, не узнала? Нет. Ну, Сергей, приятель твоего Павла. Какой Сергей? Я не знаю никакого Павла. Ну, ты даешь. Ну, вспоминай. Мы с Павлухой слопали твой торт. А потом пришли бандосы забирать вашу квартиру. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не знаю. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Извините. Дмитрий Михайлович, а мы на прогулку пойдем? Тогда я пойду одеваться, да? Вот. Думаешь, сработает? Ну, конечно. Ты же сама говорила, как он чужому ребенку внимание уделяет. А как потом выкручиваться будет? Организуем тебе выкидыш. Да еще такой, что твой Колесников до конца жизни себя виноватым будет чувствовать. Ну вот, а потом приехал сюда на шабаш. Неделю отработал и свалился в котлован. Ай, как результат сотрясения мозга и сломанная нога. Вот сейчас в больнице скорой помощи. А, вот, Пашка, короче, тут что, нейрохирургия, я встретил твою Лиску. Да ладно? Ну да, супружницу твою. Так она заявила, что она меня не знает. А ведь сама сто пудов узнала. Вот, понимаешь, сто пудов. Так Лиска, зараза, от меня сбежала, вот и от тебя шарахается. Ну ничего, я ее достану. Не на того напала. Спасибо тебе, Серега, за новость, только ты никому не рассказывай о ней. Не трогай ее больше, а то опять сбежит. Лады? Лады, конечно. Без проблем. Да, сначала действительно вы для меня были просто пациенткой. Интересным случаем в моей практике. Но я дал слово вернуть вас к дочери. А сейчас я... Я не знаю, все изменилось, и вы, ваша дочь, она просто замечательная. А вашей невесте понравится, что вы столько возитесь с чужим ребенком? Дима, девочка родной. Здравствуйте. Пришли результаты анализов. Я беременна. Спасибо за прогулку. Вот. Смотри, нашему мальчику или девочке уже почти 8 недель. А ты кого хочешь? Странно, вроде предохраняешь же. Что-то я не вижу особой радости. Да, ясно. Предохранялись, и что? Дим, ты же врач, ты же должен понимать, что ни один метод не дает 100% гарантии. Если что, аборт я делать не собираюсь, я буду в состоянии вырастить ребенка сама. Давай не выдумывай, ребенку нужен отец. Так давай вечером все обсудим.
Алло. Это справочная от вокзала? Девушка, а когда у вас там ближайший автобус на Самару? О, тебе чай сделать. Спасибо. Елизавета! Здравствуй, женушка. Мы не знакомы. Вы обознались. Стой, Серч. Что, под дурочку косишь? Ну уж нет, любимая. Придется делиться. Оставьте меня в покое. Послушай, ты. Тебя полиция ищет, и я тебе сдам. Если не поделишься наворованным. Я не понимаю, о чем. Не понимаешь. Ну что ж, тогда дядюшке твоему, Виталию, звоню и расскажу, где тебя искать. Зайдем. О, признала. Паша, услышь меня, пожалуйста. Нет у меня никаких денег, драгоценностей нет. Я не могу сейчас тебе все рассказать. А теперь ты меня послушай внимательно. Значит так, ты отдаешь мне половину награбленного, и мы с тобой расходимся, как в море корабли. Времени у тебя завтрашний день. Или, может, дяде Виталику позвонить? Пусть проведает. Извините, а вы кто? Что вы здесь делаете? А я пришел жену проведать. А что, нельзя? Можно. Так вы, значит, муж этой женщины? Да, муж. Павел Калинин. А это моя жена, Елизавета Калинина. Очень приятно. Дмитрий Колесников, ее лечащий врач. Вы могли бы в коридоре подождать? Мне надо многое у вас расспросить. У вашей жены амнезия. Частичная потеря памяти после аварии. Да пусть она дурочку не валяет. Память она потеряла. Она совесть потеряла, да? Ну, ты меня поняла. До свидания. Значит, вы Елизавета Калинина? Никакой амнезии у вас нет? Была. А когда Павел появился, от испуга все вспомнила. Мы же с дочкой от него бежали. Ну да. Как все интересно получается. И муж, оказывается, у вас есть. Так а у вас невеста? О, здрасте, Дмитрий Михайлович. Извините, Дмитрий Михайлович, я бы хотела отдохнуть. Да, извините. Случилось чего? Ничего. Точно? Меня переводят в другое отделение. Психиатрию. За амнезию. Психиатрию. Кино какое-то. Лена! Да? Нашлись наши девочки. Да ты что? Мне позвонили из Самары. В больнице скорой помощи есть похожие по описанию женщина и девочка. Их привезли в тяжелом состоянии после аварии. В день, когда убили Лазовских. У женщины посттравматическая амнезия. Где ваша соседка? А, так ее же в психиатрию перевели. Вы что, не в курсе? Какую психиатрию? Она все вещи собрала и ушла только что, а цветочек оставила. Не захотела брать с собой. Игорь Константинович, почему мою пациентку перевели в психиатрию, не посоветовавшись со мной? Вы о ком? Я никаких переводов не подписывал. Лиза!
Открывай свою корыто! Простите, у вас машина, моя жена и дочь. Лиза, что ты делаешь? Я понимаю, что я виноват. Забыла годовщину свадьбы. Иди ко мне так. У меня сложный день, несколько операций. Ты так себе думаешь. Водитель, время! Дмитрий Михайлович, что за спектакль вы здесь устроили? А? Да не муж он мне! Давай-ка. Дмитрий Михайлович, зачем вы все это? Вы соврали, я соврал. Теперь мы квиты. Все, набегали, давайте назад, в больницу. Да не трогайте меня, нельзя нам обратно, поймите же вы. У моего мужа проблемы. Он связался с какими-то сомнительными людьми, занял у них огромную сумму денег под залог нашей квартиры, а отдать не смог. Нас с дочерью выставили на улицу. Я подала на развод, он разозлился, ударил меня. В общем, мы с Василисой бежали, попали в аварию. Оказались в вашей больнице. Я надеялась, что он нас не найдет, но он нашел. Не волнуйтесь, если он еще раз явится, я просто вызову полицию и все. Дмитрий Михайлович, я не поеду ни в какую больницу. Он нас не оставит в покое, вы понимаете? А потом у него в полиции свои люди. Хорошо. Я отвезу вас туда, где он вас не найдет. Верьте мне. Ну что, Паш, есть новости о жене? Да не объявилась Лизка еще. Дорогие жители и гости Самары! Не проходите мимо! Не упустите свой шанс! Анна, набери его еще раз. Не проходите мимо! Не да. упустите Паша? Свой шанс! А что ты делаешь в Самаре? Где? Это я это... Кореша Серегу навещал. Он тут шабашил и... Ногу сломал, в больницу попал. Паша, ты ведь нормальный мужик. Мне будет очень жаль, если ты попадешь в тюрьму из-за соучастия в ограблении и убийстве. Так это... Лизка тут, в больнице скорой помощи. Отделение нейрохирургии. Она в аварию попала. Вот так. Отправлю туда своих ребят, пусть привезут твою любимую племянницу. Надеюсь, я вас убедил, что никто никуда вас переводить не собирался. Поймите, что я дал себе слово, что верну вас к полноценной жизни. Ну да. У вас ведь диссертация. Да при чем тут диссертация? А что, ни при чем? Разве я не ваш подопытный кролик? Какой же вы кролик? Вы мне скорее кошку напоминаете. Дикую. Камышу. Нам нельзя обратно. Во всяком случае, до тех пор, пока все не выяснится. Так что должно выясниться? Это наши проблемы, Дмитрий Михайлович. Они вам ни к чему. У вас невеста, свадьба скоро. Нет у меня никакой невесты. Ребенка тоже нет? Ребенок есть. Жене будет. Я от малыша не откажусь. Но
На Инессе жениться я не могу. Да. Как же все-таки мужская логика отличается от женской? Да, возможно, я виноват перед Инессой. Я ее не люблю. А ребенку вряд ли нужна семья, основанная на формальностях, а не на чувствах. Или вы иначе думаете? Я не знаю. Что все-таки произошло? Что вы мне не договариваете? Вы поймите, что я могу вас защитить, вас обеих. Вам это зачем? А вы так до сих пор не поняли? Ты проснулся, малышка? Проходите. Василиса, догоняй. Это ваша дача? Нет, моего старого приятеля. Он за границей работает, вот попросил за домом посмотреть. Сейчас включим отопление, разберемся, где здесь что находится. И мне в больницу надо возвращаться. А мы? Вы отдыхайте. Еда есть на сегодня? Вечером я что-нибудь привезу. Более существенного. Как это сбежало? А вот так. Это Калинина, соседки по палате, соврала, что ее в психиатрию переводят. А сама за ребенкой ищи-свищи. Дмитрий Михайлович, можно вас? Это лечащий врач Калинина. Возможно, он вам чем-то поможет. Здравствуйте. Кузовлев Андрей Владимирович. Добрый день. Я занимаюсь поиском Елизаветы и Василисы Калинина. Я слышал, вы что-то знаете об этом. К сожалению, я понятия не имею, куда она ушла. Так спокойно говорите об этом. Я слышал, что у Лизы амнезия после аварии. Была. Частичная. Но утром после визита мужа память к ней вернулась. Такое бывает. В результате стресса. Может быть, поэтому она ушла? Она ушла с ним? Нет, не думаю. Они поссорились. Я удивлен вашим равнодушием. А вдруг с ней что-то случилось? Послушайте, как лечащий врач я сделал все необходимое. А вот заниматься поиском сбежавших пациентов не в моей компетенции. У вас еще есть вопросы? Меня больные ждут. Вопросов много, но это не в вашей компетенции. Здравствуйте. Меня Ольга зовут. Я соседка по палате женщины, которой вы интересуетесь. Она ведь память потеряла. Вы что-то знаете об этом? Кое-что знаю. У нее с нашим доктором были особые отношения. У меня такой глаз наметан. Вы же понимаете, о чем я. Понимаю. Спасибо. Что нашли? Бронислав Аркадьевич. Девка опять пропала. А дочка? Так они вместе из больницы сбежали. Сегодня. Мы чуть-чуть не успели. Черт. Вот что? Землю носом рой. Но найдите мне обеих. Все. Понятно. Это вкратце. Я набросал тебе информацию, чтобы ты понимал, насколько важно найти эту женщину. Скажи, у тебя есть человечек, который проследил бы за Дмитрием Колесниковым? Есть вероятность, что он знает, где находится Лиза. Неофициально, конечно. Спасибо. Вы кое-что забыли, когда убегали. Он вот-вот расцветет, и я подумал, что будет обидно, если вы этого не увидите. Спасибо. Этот цветок очень много для меня значит. Звонили из Самары. Сказали, что объявленная в розыске Елизавета Калинина нашлась и до последнего времени находилась там, в больнице скорой помощи. Подожди, что значит до последнего времени? Ну, сегодня она пришла в себя и тут же исчезла. Вот, что и требовалось доказать. Ладно. Ладно, готовься. Завтра утром выезжаем. Кстати, я вовремя вернулся в больницу. Успел поговорить со следователем. С каким следователем? Он ведет дело о вашем исчезновении. У него были ваши с Василисой фотографии. И что вы ему сказали? Не волнуйтесь. Конечно, я сказал, что не знаю дела.
Правда, этот Кузовлев? Кто? Зовлев. Андрей Владимирович? Да, вы его знаете? Слава богу. Это не следователь, это адвокат моего отца. Дмитрий, я должна все вам рассказать. Алло. Люсь, я не знаю, что мне делать. Идея с беременностью не помогает. Колесников все больше отдаляется от меня. Ну, значит, плохо его убеждаешь. Значит, плохо. А как я должна его убеждать, если он не хочет со мной разговаривать, если он все звонки сбрасывает? Так, тихо. Ну-ка, давай без истерик. А то я смотрю, ты больно вжилась в образ капризно беременной. Слушай, а сбрось мне его номер, а? Я ему сейчас таких страстей понарассказываю, что он примчится к тебе, как миленький. Рядом с ними я поняла... Нет, я почувствовала, что такое настоящая семья. Когда ты не одна против всего мира. Когда рядом те, кто тебя любит, заботится. Помогают решить твои проблемы. Не плачьте, пожалуйста. Вы не одна против целого мира. Есть я. Я никому не дам вас в обиду. Поверьте мне. Простите, это из больницы, я должен ответить. Конечно. Алло. Дима, ты прости, конечно, за поздний звонок. Это Люся, подруга Инессы. Дело в том, что она себя плохо чувствует. А к тебе дозвониться не смогла. Что с ней? Спазматические боли, спина болит. Я, конечно, заставила ее вызвать скорую, ей сделали укол. Ее увезли в больницу? Да в том-то и дело, она отказалась. Ну, укол сделали, ей легче стало. Но я все равно беспокоюсь о ее состоянии, ровно как и о состоянии ребенка. Сама вот на дежурстве приехать не могу. Я, конечно, прошу прощения, но мне кажется, что ты должен ехать к ней. Спасибо. В общем, тут такое дело. Я слышала. Телефон, динамик громкий. Обязательно надо ехать. Значит так, слушай меня внимательно. Привет. Дим, ты почувствовал, что мне плохо, да? Люся позвонила. Как ты себя чувствуешь? Лучше уже. Я только очень испугалась за малыша наша. Что врач сказал? Сказал лежать, и потому что приступ может повториться. Так иди, ложись давай. Я лягу. Только я чай себе сделаю с ромашкой мёта, как врач велел. Я сам все сделаю. Ложись. Спасибо. А ты побудешь со мной? Ну, конечно. Рано утром, пока Люся еще дежурит, поедем сделаем УЗИ. Надо удостовериться, что с ребенком все в порядке. Никаких соцсетей. Отдыхай. Привет. Доброе утро. Опять приступ, да? Привет, Люся. Нет, сегодня все более-менее. Ну, сделай, пожалуйста, УЗИ. Надо убедиться, что с ребенком все в порядке. Угу. Так у меня гель как раз закончился. Ты знаешь, что ты после обеда приходи, и как раз препарат привезут. Хорошо. Подождите. Никаких после обеда. Садись. Я сейчас схожу в нашу аптеку и куплю гель. Ты с ума сошла? Ты что творишь? Что я должна была сделать? Он сказал срочно на УЗИ. Если бы я отказалась, он точно что-то заподозрил. Подожди, сейчас попробую что-то в архивах найти подходящее. Ага. Елки, а. Сроки не те. Господи, ищи быстрее! Слушай, не говори под руку, а. У меня и так внучка была.
Беременность была твоя идея, и приступ я вчера изображала тоже по твоей инициативе. Какая замечательная история. Дима. Я все слышал. Держи. Может, хорошему человеку пригодится. А где твои родители? А ты куда? Здравствуй. Привет, Димка. Женя, привет. А что, Олег уже вернулся? Нет, не вернулся. Ключи вот оставил, попросил присмотреть задачи. Ну, я с друзьями отдыхаю. Я понял. А то смотрю, незнакомые люди на веренном мне участке. Думаю, разберусь. Ладненько, мешать не буду. Хорошего отдыха. Давай, спасибо. Давай, пока. До свидания. Мы с Василисой уезжаем. Что опять произошло? Я знаю, как трудно и как плохо жить без родителей. Подожди, Селиза. Дмитрий Михайлович, выслушайте меня. Я подумала, если вы оставите Инессу, вдруг она поступит так же, как моя мать, откажется от ребенка. Да не будет никакого ребенка. Инесса все выдумала. То есть как? Получается, она так вас любит, что решилась на обман? Вы невозможный романтик, Лиза. А Инесса, она обычный прагматик. Я взял выходной. У меня не будет сегодня в больнице. А я в свой выходной обычно пеку пирог. Кажется, на кухне есть мука, да? Вы поймите, о Калинина никто больше, чем Дмитрий Михайлович, вам не расскажет. Ну, допустим. И где же нам искать вашего Колесникова, если вы не дома, ни на работе нет, и телефон вне зоны доступа? Понятия не имею. У Колесникова смартфон? Ну, да. Можно попросить ваших отследить его последнюю локацию. Считайте, мы его уже нашли. Дима, пирога не будет. Мука старая оказалась, прогоркла. Что значит не будет? Я сейчас съезжу и куплю. Ага. Спасибо тебе, майор. А я умею быть благодарным, ты же знаешь. Все, давай, пока жду. Почта. Ну что, нашлась наша красавица. В общем, так, я сброшу тебе сейчас геолокацию, а ты пулей за ней. Бери боксера только. Да. Пулей! Лиза! Андрей Владимирович, как вы меня нашли? Василиса! Здравствуйте.
подскажете, есть какой-нибудь магазин тут рядом, а то местный закрыт. А как же. Километров 25 в сторону города. Спасибо. Василечек, твой зайка, наверное, тоже хочет апельсин. Вас обвиняют в убийстве отца, Лиз. Я знаю. Я видела газету. Но я этого не делала. Скажите, а кто аннулировал билеты на самолет? Папа. Василиса заболела в тот день. У нее резко подскочила температура. Оказалось, воспаление легких. Вот так мы и остались. Я все видела, Андрей Владимирович. Здравствуйте, следователь Валько. И вы здесь. Елизавета Калинина, вы задерживаетесь по подозрению в убийстве и ограблении Виктора и Маргариты Лазовских. Собирайтесь. Ждите. Я представляю интересы Елизаветы Калининой и протестую против ее задержания. А вы приходите в отделение, господин Кузовлев. И там, в письменном виде, протестуйте. Заодно я задам вам ряд вопросов, которые у меня к вам накопились. Собирайтесь. Василечка, ты должна идти, дядя Андрей, слышишь? Мамочка скоро приедет, хорошо? Ты слышишь меня? Мама скоро приедет, а мы пойдем к тете Лене. Ты же знаешь тетю Лену? Вы только не волнуйтесь, я отвезу и сразу приеду в отделение. Главное, ничего никому не говорите, и тем более не подписывайте. Владислав Аркадьевич, бинты нас все-таки опередили. Я понял. Возвращайтесь. Здравствуйте, Бронислав Аркадьевич. Садись. Калинину арестовали, а дочку ее увез этот ваш адвокат. Как его? Кузовлев? Ну да. И что теперь делать? Подкинуть следствию доказательство вины твоей племянницы. Тогда она автоматически лишится наследства. Ну а как мы это сделаем, если она там, в полиции, а не у нас? По процедуре ее должны привести сюда, по месту ведения дела. Ну, тут мы разберемся. Но, как ты сам понимаешь, ставки повышаются. Женя, привет. Да, привет, Дим. А ты чего здесь делаешь? Ну как, дом стерегу, дверь не заперта. А где Василиса с Лизой? Девочку забрал адвокат некий Кузовлев. А женщину арестовали, увезли в Саратов. Как арестовали? За что? Сказали, гражданка Калинина, да? Да. Подозревается в убийстве и грабеже. Что за бред? Подожди, кто ее арестовал? Следователь Валько. Ну, это из их управления полиции. Закрой здесь все. Я тебе позвоню потом. Из разговоров я поняла, что у них в полиции свои люди. Потом... Потом они понесли папу и Риту наверх. Они уже были мертвы. И я никак не могла им помочь. Никак. Вы мне верите? Не волнуйтесь, я вам верю. Но вот насчет Виталия, вы уверены, что это был он? Это был он. Я его прекрасно и видела, и слышала. Вы следователь Валько? Да, я. Очень приятно. Я Дмитрий Колесников, врач. Что вы арестовали Елизавету Калинину? Она моя пациентка. После тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Вы понимаете, что арест может свести на нет усилия целого медицинского коллектива? Калинина не арестована, а пока только задержана. Подозрение в умышленном убийстве супруга Лазовских. Я думаю, вы это уже видели.
Бред. Честное слово, полнейший бред. Вы же Калинину видели. Кого она может убить? Ну, вы же сами знаете, что впечатления бывают обманчивые. А вот факты... Нет. Какие факты? О чем вы говорите? О ее внезапном появлении в доме Лазовских, таком же внезапном исчезновении после убийства и поджога дома. Причем вместе с ней исчезли деньги и фамильные драгоценности на очень большую сумму. Ну, она попала в аварию вместе с дочкой и чудом выжила. Никаких драгоценностей найдено не было в ее вещах. Но, насколько мне известно, в машине на момент аварии она была не одна, с мужчиной. Возможно, это был ее сообщник. Но он, увы, погиб. Но ведь это все косвенные улики. Прямых доказательств ведь нет у вас? Доказательств пока нет. То есть явный мотив. В случае смерти отца и его жены, она становится единственной его наследницей. Но ведь это не является доказательством вины. Хорошо, прошу. Может быть, тогда вы поможете мне ответить на ряд вопросов? Например, почему она не обратилась в полицию, как только пришла в себя? Почему она не попыталась связаться с отцом своим? У нее была посттравматическая амнезия. Правда? Да. А вы в этом уверены? Вариант симуляции вами не рассматривается? Извините. Всего хорошего. Дмитрий, очень хорошо, что вы приехали. Хорошего мало. Почему? Потому что я терпеть не могу, когда меня используют. Подождите. Лиза вынуждена была изображать потерю памяти. У нее не было выбора. Ей Василисе угрожала опасность. Изображать, значит? Выходит, этот следователь Валько был прав насчет выдуманной амнезии. А может, он и насчет остального тоже прав? Если речь об убийстве, то нет. Вы должны доверять человеку, которому неравнодушны. По-моему, это очень плохой совет. Верить тем, кто тобой манипулирует. Послушайте, давайте я вам расскажу, в какую ситуацию попала Лиза. Давайте как-нибудь в другой раз. Я поеду, меня больные завтра ждут, а путь не близкий. Наберите меня, когда захотите выслушать. Здравствуйте. Вам кого? А я за дочкой пришел, за Василисой. По всем вопросам обращайтесь к адвокату Елизаветы Андрею Кузовлеву. Насколько я знаю, вы с ним знакомы. Я отец Павел Калинин. Вот, она сюда вписана. Отдайте дочь, иначе я пойду в полицию. Вы можете идти куда хотите. Василису я вам не отдам. Девочка находится у нас по поручению ее матери. По какому поручению? Убийца не может иметь никаких прав на ребенка. Вина Лизы еще не доказана. Повторяю, по всем вопросам обращайтесь к ее адвокату. Извините. Извините, а вы не видели здесь песика маленького такого? Нет? Ну где он? Василиска, только осторожно. Карлик! Здравствуйте, а вы не видели здесь песика, маленького такого, рыженького, лохматого? Нет, не видел. Ну вот куда он мог деться? Чарли! Понимаете, он у нас хоть и не породистый, но любимый член семьи. Дочка 3 года назад подобрала на улице голодного, замерзшего. Мы с женой сначала не хотели его оставлять, но... Так это я, твой папа! Так просил. Дома мама ждет, пойдем. А теперь мы уже и не представляем, как это жить без нашего Чарлика. Извините. Василиса? Чарлик! Василиска, ты где? Василиса! Девочку не видели в оранжевой кнопочке? Нет, нет. Василиса! 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 Yeah.
выйди. А теперь езжай домой и сиди тише воды, ниже травы. Подожди. Если хочешь увидеть дочку живой. Подождите! Паша! Андрей, да я весь двор уже обегала, нет ее нигде. Но я видела, как Павел быстро сел в машину и уехал. Наверняка он ее увез. Андрей, надо сообщить в полицию. Ну какая полиция, Лен? Он отец ребенка, у него законные права. Не переживайте так. Я сейчас съезжу к этому папаше и узнаю, зачем ему понадобилась дочь. Давай, я перезвоню. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Вы получили прекрасные результаты со своей пациенткой Калининой. Мне сообщили, что к ней вернулась память. Это будет прекрасный раздел вашей диссертации. Вы меня слушаете, Дмитрий? Да, конечно. Что, конечно? В чем дело? У вас какие-то проблемы? Ну, решите проблемы, зайдете ко мне. Павел! Василиса! Павел! Василиса! Где Василиса? И почему дверь не заперта? Дочку мою увезли. Забрали, гады, сволочь. Да. Ну что, господин адвокат, поздравляю вас. Ваша подзащитная Калина все-таки решилась сотрудничать со следствием. Два часа назад она подписала признательные показания о том, что она убила отца и мачеху, вынесла из дома все самое ценное, а потом подожгла дом. Да это полная чушь. Я сейчас приеду и спрошу у Калининой, каким образом вы заставили ее так оговорить себя. Подозреваемая указала, где она спрятала часть вынесенных из дома лазовских драгоценностей. Их только что там нашли. Я через 20 минут буду у вас в управлении. Пожалуйста. Только должен предупредить, что увидеться с Калининой вам не удастся. Почему? Ну, потому что передо мной сейчас лежит ее заявление, в котором она отказывается от любых встреч, в том числе и со своим адвокатом. Поймите, у нее украли дочь. Ее забрал отец, Павел Калинин. Но сейчас девочки в квартире нет. А Павел ничего толком сказать не может, потому что в стельку пьян. Я уверен, что Лиза оговорила себя из-за этого. Ее наверняка шантажировали. Если вы считаете, что ребенок пропал, тогда пишите заявление в полицию по месту жительства Калининых. Я этими вопросами, к сожалению, не занимаюсь. Да. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Это Дмитрий Колесников. Мне нужно срочно увидеться с Лизой. Вы можете помочь? Нет, Дмитрий. Боюсь, вы опоздали. Что значит опоздал? Что с Лизой? Она написала чистосердечное признание и не хочет никого видеть. Как так? Я думаю, что это из-за похищения ее дочери. Василиска же с вами поехал. Ее забрал Павел. Отец. Но сейчас ее нет в квартире. А Павел ничего толком сказать не может. Потому что в стельку пьян. Вы можете мне скинуть смс-кой адрес? Я сейчас приеду. Хорошо. Так. У тебя вода, бананы, сиди здесь. Ну, стоять! Я шустрый. Будешь себя плохо вести, накажу, ясно? Сиди. Еще вчера Лиза утверждала, что Виталий связан с убийством Лазовских. А уже сегодня... Лиза обвиняет во всем Виталия. Она видела его на месте преступления.
Значит, Лиза написала чистое сердечное признание после того, как похитили Василиску. За пару часов до похищения. Как она узнала об этом раньше вас? Значит, ей кто-то сообщил. Минуя вас. Такое возможно в КПЗ? К сожалению, да. И даже не очень дорого. Дочку похитил Виталий Лазовский. Ребята, помогите спасти Васютку. Передвигаться можешь? Могу. Мы в полицию. Вы знаете адрес Виталия? Да. Давай. Проходим. Что с дочкой? Спасибо, что согласились поговорить со мной. Что с Василисой? Вы передали, что разговор пойдет о ней? Она пропала. Как? Мне же обещали. Кто обещал? Что? Лиза, кто вас заставил оговорить себя? Вас шантажировали дочкой? Ваш муж, обманув Василису, увел ее. Чуть позже ее похитили. Павел уверен, что к этому причастен Виталий Лазовский. Сейчас Павел дает показания следователю. Лиза, скажите правду. Поймите, ваша жертва бессмысленна. Вы простите, что я это говорю, но вашу дочку не отпустят ни при каких обстоятельствах. Вы же видели этих бандитов, знаете, на что они способны. Я знаю. У них и в полиции свои люди. Далеко не все. Рано утром один из этих принес мне записку. Там было требование взять всю вину на себя и сообщить следователю о месте, где спрятаны драгоценности Лазовских. Место было указано в записке. Еще я должна подтвердить все это в суде. Иначе с моей девочкой будет беда. Записку конвоир отобрал и разорвал на мелкие кусочки. Помогите мне. Виталий только что зашел в ночной клуб. Парадис. Я буду ждать здесь, когда он выйдет. Парадис? Там находится подпольное казино. Хозяин клуба Бронислав Аркадьевич Спицын. Один из самых нечистоплотных бизнесменов нашего города. Андрей Владимирович, это он. Кто он? Человек, с которым Виталий общался в ночь убийства папы Риты. Бронислав Аркадьевич. Велел Виталию сжечь дом. Вы уверены? Я уверена. Я запомнила необычное имя отчество. Дмитрий, вы слышали? Я почти уверен, что там, в клубе, удерживают Василису. Сейчас Лиза все расскажет следователю Валько. Я надеюсь, он быстро отреагирует. А вы немедленно уезжайте оттуда. Хорошо. Я сейчас уеду. Дайте мне. Алло, Дима, я тебя очень прошу, будь осторожен. Ты нам нужен. Мне и Василисе. Мне очень приятно это слышать. Не волнуйся, все будет хорошо. Ну что? Дело идет к развязке. Бронислав Аркадьевич, вы действительно намерены держать здесь девочку до суда? У-у-у! Ух ты! Не-не-не-не. Нет, не намерен, конечно.
А зачем она нам? Ну, она же маленькая. Тем более говорить не может. Жалко ей. А может, ты дадим ее отцу? Сейчас. На, Сань. Сдавай. Ты что, не в курсе, что после того, как ее мать посадят, эта твоя маленькая станет какой-то наследницей Лазунского, а? Да, майор, слушаю тебя. Что? Черт, как не кстати. Спасибо, что предупредил. Долго не останусь. Все, значит так. Покой эту свою маленькую, везите. В общем, хочешь, что расскажет. Боксер! Случилось что-то? Да, случилось. Выдан ордер на обыск в клубе. Кто-то стукнул на счет казино. Значит, все, зачищайте. Саня, давай. Собирайте. Иди сюда. Ко мне, быстро. Здравствуй, Василиса. Хочешь к маме? Ну, пойдем. Пойдем, девочка. К маме. А-748-АМ. Я еду за ними. У меня в машине GPS-трекер установлен. Отследите по нему наш маршрут. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Кто за беспредел? Я вам сейчас позвоню, кому нужно, и вам всем не поздоровится. Да сколько угодно. Но пока командую я, вы задержаны, господин спец. По обвинению в содержании подпольного казино. Также вы задерживаетесь и подозреваетесь причастие к убийству и ограблению супругов Лазовских. А еще похищение ребенка. Вот уж не знал, что в нашей полиции работают такие сказочники. Ух ты! Не знал, что владельцы ночных клубов играют в куклы. Где нашел? Кладовой. А, ну показывай. Пройдемся. Наконец-то. Виталий Лазовский везет дочку Калининой в сторону карьеров. Данные GPS Дмитрия Колесникова я сбросил. Он едет за ними. Куда он едет? Пускай немедленно уматывает оттуда и не путается под ногами. Я высылаю группу захвата. Все. Да. Умотает он. И что же теперь будет? Надеюсь, у Василисы все будет хорошо. Лиза с тобой разведется. А тебе очень повезет, если она хоть иногда позволит видеть свою дочь.
Дядя Дима! Дядя Дима, вставай! Дядя Дима! Что сработало? Я задумала желание, но сбылось.